Однажды ночью Микки и Дональд репетировали свой большой магический номер. Один из фокусов застал Дональда врасплох, и он упал, опрокинув несколько декораций. За декорациями виднелся таинственный ящик, задернутым занавесом. «Если это сработает, мы сможем использовать это в нашем волшебном представлении», — сказал Дональд. «Не думаю, что это хорошая идея», — ответил Микки, заметив странное свечение за занавеской. Но было уже поздно. Дональд ушел внутрь. Занавеска затрепетала, и Дональд исчез. Микки вошел внутрь, чтобы осмотреть коробку, но исчез тоже. Раскатистый смех отозвался эхом, когда Микки и Дональд провалились в темноту, и злой голос сказал: «Вы хорошие волшебники в своем мире, но здесь, в моем мире магии, вам придется научиться еще многим трюкам, чтобы найти дорогу домой. Если ты сможешь найти и победить меня, я покажу тебе выход из этой волшебной коробки». Приветствую! Предлагаю вашему вниманию прохождение игры «Мир иллюзий». Игра совершенно несложная и прекрасно подходит для игры вдвоем, к примеру, со своими детьми. Либо для игры одному, если вам хочется просто отвлечься и гарантированно пройти какую-либо игру. В меню перед началом игры можно выбрать одного из двух персонажей. Игру можно пройти как за Микки Мауса, так и за Дональда Дака. Различные персонажи отличаются не только спрайтами, но также отличаются Микки от резких домов. Один из примеров могу привести – это уровень подводный. За Микки Мауса необходимо будет играть в пещере, а за Дональда Дака на поверхности, прыгая по плотам и островам. Также, я думаю, многим известен анимационный момент, когда Микки Маус летит на пробке по шампанскому. Соответственно, Дональд Дак на пробке не полетает. В ходе прохождения я оставлю свои комментарии на тех моментах, где игра за Микки Мауса и Дональд Дак отличается. Приятного просмотра! Thank you.
Внутри сундука находится древний манускрипт, описывающий великую магию. В игре будет всего одно заклинание – Алаказам. Просто по ходу прохождения она будет своего рода прокачиваться. К примеру, сейчас Микки Маус создаст волшебный ковер-самолет. На следующем этапе он сможет сделать воздушный пузырь и плавать под водой. Все-таки для 92 года игра красивая, хорошая графика, прекрасная музыка. Как-то умудрился застрять тут. Первый раз такое вышло. Вот и первый отрезок игры, где прохождение за Микки Мауса и Дональд Дак отличается. Дональд Дак на этом моменте должен плыть по горной реке на плоту. Thank you.
Кибер Микки Маус прокачал заклинание Алаказам и может кастовать шар и плавать с помощью него под водой. Очень люблю на самом деле подводные уровни, а вот текущий уровень нахожу крайне красивым. Еще один момент, где прохождение за Микки Мауса Дональд Дак отличается. Дональд Дак не сможет пропихнуть здесь свое мягкое место, ему придется возвращаться назад и подниматься на поверхность. Где Дональд Дак ждет на самом деле очень красивый уровень, который мне нравится больше, чем эта пещера. Thank you.
Вот на этом моменте очень хорошо было видно, как атаки не проходят по боссу. Поэтому нет смысла спешить во время битвы и размениваться. Да, на время подводного уровня мы, оказывается, были в аквариуме. Кстати, в сахарницу можно упасть, и там будет такой мини-этап. У вас мог возникнуть вопрос, что же за апгрейд нельзя для загнания алказам? Ну, собственно, это вот телепортация по вот этим штукам, ширмам, что это.
очередной отрезок игры, где прохождение отличается. Микки Маус летит на пробке, в то время как Дональд Дак путешествует по миру книг или что-то типа того. Очередное бестолковое улучшение заклинания Локозам. Теперь Дональд Дак и Микки Маус могут выстраивать из карт мостики и лесенки. Thank you.
Последний отрезок игры, где прохождение за Микки Мауса Дональд Дак отличается. Тут Дональд Дак проходит по довольно-таки неприятному лабиринту. Лабиринт мне не очень понравился, все-таки он какой-то немного затянутый. За Микки Мауса здесь повеселее играть.
Я совсем забыл про этот момент. До сих пор вы преуспевали, но на этом ваши приключения заканчиваются. Тебе никогда не победить меня. Как это обычно и бывает, утро про Микки Мауса, финальный босс и...
Удивительно. Никто никогда не побеждал меня. Ты великий волшебник. Как я и обещал, я покажу вам свой самый большой трюк, как сбежать из моего мира иллюзий. Приключения Микки Мауса и Дональда Дака подошли к концу. Спасибо всем большое, кто смотрел прохождение до конца. Играйте в игры, а не консоли.